много лайфхаков. Сегодня собираем легенду 3 на 10. Все спрашивают, как крепить поликарбонат, когда нет вот этого узла. Несколько вариантов. Парни крепят на клопы под низом, потом придавливают. И с одной стороны только видя саморезы. Чтобы не болталось ветром, не разбалтывало. Потом переход, поликарбонат, перелив, сверху опять поликарбонат. Следующее. Переходы на хлест. Видите, какой мощный. То есть надо крепить вот шайбой, вот тут, чтобы здесь не было щелей. Раз, саморез, и видите, какой перехлест огромный. Уголки даже идут с перехлестом. Вот раз, два, видите? Мы берем из запаса 2 дюйма длиной. Вверху, если видите, то же самое. Видим? Следующее. Отлив устанавливается, когда ставится на фундамент из бетона или металла. То есть, когда нет крепления поликарбоната по низу. К брусу, например, как мы крепим. Двери. Замок. Чтобы вот так он прекрасно работал, нужно его немножко разработать, то есть расшурить отверочкой. То есть вот эту часть обратную немножечко расшевелить. Потому что идет он с завода, он практически не открывается. То есть надо здесь подлезть отверткой плоской или ножницами, или здесь. И он вот так вот будет прекрасно работать. Здесь саморез идет или 5,5 на 25, или 4,2 клоп на 25. С этой стороны 19 клоп. Ничего сложного нет, ничего выпиливать не надо. Крючок вы уже по месту, куда вам удобнее, видите, здесь краю можно дальше, но удобнее вот, чтобы далеко не тянуться. Так, перфолента наклеивается везде, по низу перфолента и торцевой профиль. Сверху ставится вот здесь вот над дверью, здесь перфолента, просто торцевой профиль. Здесь мы вот здесь вот не ставим, чтобы воздух, поликарбонат дышал. Также и под коньком не ставится торцевой профиль, только по низу. Система подвязки вы крепите где, в какой вам последовательности надо. Здесь пластина, два самореза, телорэп, зажим. И когда у вас воздух висит, надо вот через такие петельки делать, чтобы он не провисал. Вот, видите, через одну сделано. Или же через арку пропускать. Дальше термоприводы треугольные, видите? Их надо ставить в холодном состоянии, не в тепло, то есть опускают в холодное ведро с холодной водой. Он сжимается, охлаждается, и тогда только его ставится. Ну, как сейчас вот здесь. Обращаем внимание. Видите, они холодные их поставили. Сейчас они нагреются и открываются. Ну, сейчас, Миша, видите, холодный, потому что если вы поставите нагретый, вы никак не сможете угол замерить. Вот сейчас, видите, просто поставил. Он сейчас нагреется здесь и откроется. Диагональные усилители до 4 метров ставится, положится по одной. То есть одна с одной стороны, вторая с другой. Здесь 10 метров ставится, третья и четвертая. И еще самый главный лайфхак. Это, Леня, вот эта наклейка. Ну-ка покажи сейчас. Вот так вот. Нет, это дверь. Смотрите, петли обязательно разнесите, чтобы когда они открываются, не встречались, то многие не упираются и начинают петлю ломать. То есть, видите, вот так вот разносят саморезы. И если вы не обращаете двери, почему здесь отверстие, здесь и здесь, потому что она универсальная, можно так перевернуть лево-право. Поэтому делается, мы сразу на производстве делаем два отверстия. Крючок. Здесь вот двери просто. И уголок, не забывайте, он подводится под поликарбонат верхней двери. Вот, вроде бы все. Ну и в последнюю очередь обрамление ставится. Видите? Конек двойной тоже сверху. Первый конек, потом поликарбонат, потом второй конек.